Молодой человек, бывший студент одного из училищ города, был задержан с поличным сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками. При себе у него было обнаружено более грамма наркотического вещества. Исходя из показаний задержанного, выяснилось, что наркотик был приобретен для личного пользования. Обнаружены взято, принадлежащие опакованные два бумажных свертка с наркотическим средством общей массой 1,43 грамма, что является крупным размером, который он незаконно хранил при себе без цели сбыта. Обвиняемый и его представители до последнего надеялись на минимальное наказание. Девушка обвиняемого, она просила не снимать ее, не переставала лить слезы. Адвокат отметил, что нет отягчающих обстоятельств, и подсудимый характеризуется с положительной стороны. Хотя сам он, видимо, не до конца понимал, что его ждет. Хочу, чтобы дали либо штраф, либо условный срок, если есть такая возможность. Суд после совещания счел нецелесообразным условный срок. Исправление подсудимого невозможно без реального лишения свободы. Тем самым приговорил молодого человека к 3 годам колонии общего режима. Подсудимого в зале суда взяли под стражу. Молодой человек попрощался с близкими и отправился отбывать срок. Алмаз Кашев, Рафаэль Ракипов, новости НТР.